Я сидел дома, наказанный за то, что разбил вазу. Мама ушла на работу, ко мне пришли мои друзья. Котика и Вовка. Тут Котика говорит: давайте во что-нибудь поиграем. Вовка говорит: да, ну во что? Тут я сказал: в прятки. Котик говорит: да здесь и прятаться негде. Я говорю: ну посмотрим, я так спрячусь, что меня вовек не найдете. Ну-ка, давай-ка прячься. Тут Котик начал считать до 25. Вовка побежал в спальню, он спрятался в шкаф. Я побежал в чулан, там лежала гора одежды. Я залез под нее. Тут Котик досчитал до 25 и пошел искать. Вовку-то он быстро нашел в шкафу, но меня они искали очень долго. Тут Вовка говорит: я, наверное, знаю, куда он мог спрятаться. Они побежали в коридор, там стоял сундук. Тут Вовка говорит: вот, он, наверное, в сундук залез. Тут Котика взял и перевернул сундук. В сундуке оказалась только одна одежда. Вовка побежал на кухню и говорит: может, он за печку залез. Тут Котика взял деревянный костыль и подсунул его за печку. Вот он попался. Тут они достали два новые старые сапог. Тьфу, да это же сапог какой-то. Тут я не выдержал и засмеялся. Он услышал, где я. Он побежал в чулан. Подбежал к одежде и споткнулся в мою ногу. Тут я закричал: ой, больно, это не игра, когда вы деретесь. Я вылез из одежды и пошел в спальню. А там: батюшки, одежда раскидана, шкафы открыты. Так мы убирались целый час, пока не пришла моя мама.